встает, смотрит, смотрю, там 6 просмотров уже люди сидят. Ну, там премьера типа начинается, они сидят. Колокольчик звякнул, все проснулись, да? От работы отвлеклись. Да-да-да. Так, сложность 200 или 160? Давай 160. Какой тебе цвет? Красный. Так, 16-6. Короче, все. Тут уже без вариантов сразу. О. Все, я выбрал. Ну что, я тогда за рандомных, да? Давай. Попробуем. Хоть шанс. Сейчас опять некрополис выпадет. Ну, все может быть, кстати. Погнали. Так, все, я стараюсь не отвлекаться, поменьше говорить, а то мне даже в мешает. Та-та-та, фрешмутс. А может отключить обелиски, картографы? Хилпосты, сейчас, секунду, это... Это форты на холме, там, где грейдить все можно. Ну, если хочешь, отключу. Давай, может... Ладно, оставлю все. Давай, стандарт. Очередь, если можно, если тебе мешать не будет. Давай. Включить. Ну только смотри, она иногда неправильно работает, может сбивать. Ну, я без нее вообще путаюсь пока что. Я поначалу привык, потом без нее, потом привык с ней. Уже сложно надо будет потом. А в чемпионатах тоже, да, как договорятся, или обычно выключают ее? Ну, опытные игроки выключают, потому что она мешает. Еще и работает не всегда правильно. А неопытные там уже как хотят. Ну, в плане, если народ же он проходит квалификацию к опытным игрокам, правильно? Не, ну есть турниры, где без квалификации сразу все играют. А, все. Окей. Ну ладно, давай пока с ней. Я сложновато. Попробую. Ну, если устраивает, подтверждает. Все, торможу. Шаблон известен. 2SM4D3, да. У меня еще и блок сразу стоит, даже два блока. Но один вроде можно обойти. Сейчас попробую пробивать. Мне, кстати, опять некроманты выпали. Прекрасно. Ну, отлично, как раз. Вчерашняя переигрывка. В итоге. Только на шаблончике, где ресурсов будет чуть-чуть больше, но их надо отбивать. А объектов может быть даже чуть-чуть и меньше. Там всяких уликов, конс. То есть надо побороться еще, понаходить их. Так, понял. Чуть-чуть прогуляюсь. Без переигровок, с переигровками. У тебя расклад плохой? Не, нормально пока все. Опа, оставляем. Если ты не против. Давай. Как обычно. Ага. Все, все, я теперь молчу, я не буду подсказывать. Вдруг ты из-за моих подсказок выиграл. 100%. Так, ладно. Ложки. Ложки пойдут. Так, чтобы одновременно ходить, говоришь, надо купить, да? Сколько, да, там, да. 168 рублей в месяц. Ну, с момента, когда ты оплатил, там начинает отчитываться 30 дней, по-моему, что-то около того. Неплохо разложила пока.
Ну, я пока не знаю. Сейчас я стараюсь. Не тороплюсь, не стараюсь. Выход. Но тут выходов побольше гораздо. Добраться будет гораздо проще. Ну да, два выхода ко вторым городам. Один выход у нас сразу друг к другу, но он очень жесткий. Мы типа в соседних зонах должны быть. Ну карта поменьше, да, получается, наверное, раза в 3, в 4. Не в два раза, подземки просто нету. Но сами зоны по размеру больше. И охраны там в проходах тогда были легенькие, а сейчас тут друг другу типа уже так легко не пробьешься, только через обходные пути, если там идти. Правильно я понял, что на прошлой карте вообще невозможно было друг другу попасть? Не, возможно, возможно, но через 8 зон, причем через 8 зон, если ты угадаешь направление. Если не угадаешь, тогда ты, может, и через 16, и через 20 можешь прийти к сопернику. Там изначально шаблон заточен под долгую игру. Ну, либо кто раньше контроль нашел. Контроль на том шаблоне — это просто имба. То есть просто прилетаешь, забираешь город у соперника, улетаешь домой и все, и заставляешь его каждый раз там про город думать, а сам развиваешься как хочешь. Основным развернутый вправо, развернутый влево. Мне еще и Галтранчик пришел. Замечательно. Ну ты уже все не рассказывай. Ну да. Хотя все равно. Я обычно не пользуюсь этими моментами. Ну хоть потренируешь меня, может быть, к следующему чемпионату. Ну да. Буду представлять другую страну. Не ту, в которой я нахожусь. Хитро, хитро. А я посмотрел, что из Европы, да, особо вот нету ни Германии, ни Испании, ни Португалии, да, вот эти вот страны. Так там герои не сильно развиты. Не знают они о них, да, особо как-то. Я так понимаю. Непонятно почему. Ну ничего, привезем. Там есть одинокие типа игроки, но там никогда ни комьюнити никакого не было геройского. Ничего, ничего. Как раз это, как это называется, ноу-хау. Так, ну вроде блок пробил с более-менее адекватными еще потерями для себя. Такой интересный рез. В принципе, даже нравится больше, чем вчерашний. Вчерашний тоже был неплохой, но сегодня даже поинтереснее. Но карта, да, опасно. Хорошее место. Я в итоге в 6 сегодня проснулся. Жестко. Не ищешь ты легких проснулся путей.
приснился старый лучший друг, с которым очень редко видимся, в очень ярком сне, очень яркую роль сыграл. Это прям впервые у меня. Снов обычно не бывает, есть только дневные. А тут прям что-то ох, видимо, на этом фоне. Ну да. Так, ну, в принципе, буду сейчас стараться выйти в это. Но мне еще и конюшенку дали под боком. Ну, у меня она тоже есть. Рад за тебя. Взаимно. Не, ну серьезно, все, сегодня. Будет другая игра, я надеюсь. По-любому. Как с деньгами? Ну, скажем так. Опять одна кучка. Но я вижу хотя бы, где можно еще там подраться за золото, чтобы мне его добавилось. Ладно. Так что это уже что-то. Ты если хочешь делиться, я буду делиться мало сегодня. Мне надо как-то попробовать вытащить. Вдруг поможет. Да не, даже не этот. Не думай про да это. Да ладно, подожди, сейчас я в коне. Все вот эти вот тренинги, настрои, кому оно надо? Ну ты в обучалках своих говорил, что я играл с компьютером и так далее и тому подобное. Когда начал играть с людьми, оказалось, что это разные моменты. Ну да. Вот, вчера я это увидел. Во-первых, нервы. Угу. Первая игра. Так, ну, в принципе, раз. Полезный. Ох. Очень неплохой этот лежит. Второй. Да, прям резко мне нравится, но только вот надо немножко постараться. И сегодня вообще без ошибок буду максимально. Ну мне прям за ресурсы воевать, халявного почти ничего нету. Ай-яй-яй. Ну, видимо, компьютер чувствует. Ну да. Это батька, и кому-то попроще раздает, кому-то посложнее. Я так и понял. Потому что то ли это у замка такая штука, то ли это реально как бы по рейтингу идет. Вот я не знаю, второй раз с тобой сдаем. И денежки у меня лежат вокруг. Не, ну у меня есть, но все за охранами. То есть я вот за все сейчас дерусь. А у меня примерно как вчера. Я тебе говорил, может быть поменьше, но они есть. То есть можно пройтись, немножко пособирать хотя бы. Угу. Я, конечно, всего не вижу, но... Но-но-но-но-но. Вблизи чуть-чуть есть. Ладно. Ладно-ладно-ладно. Так. Свиток лежит просто так. Ну это, видимо, если просто так, то он такой простенький. Да, это свиток первого уровня, они не защищены. В общем, в 5 героев получилось разбежаться в первый день. Правда, с кучей боев. Но все равно плохо. Ну да. О, охраняется, да? Понятно. Сюда, наверное, рано.
блин, ученый стоит, его заберешь, а вдруг там что-то хорошее. Так а ты можешь навести на него мышкой, и внизу будет писаться, что там, стат, какие-то статы, каст, или... Каст. Каст это что? Каст. Это, по-моему, заклинание, если я не ошибаюсь, но если у тебя нет книги заклинаний, тебе дадут что-то другое. А, нет, подожди, вообще ничего не пишет. Просто ученый написано. То есть, во-первых, нужна мудрость, либо... Ну и мудрость, и книга заклинаний, то и то. Есть. Ты в этот раз за воина или за мага? Не-не-не, ну я за войниса начал. А, так и будешь? Вот, я войнисом. Ну, надо попробовать за него. Я вот за войниса направляю, и я не вижу, угу. Просто написано ученый. Ну я в этот раз за воина уже играю. Окей. Галтран как-никак. Галтран? Угу. Так, ладно, погнали. Собирательство понеслось. Так. Здесь собрано. Не, ну вот на ученом, короче, ничего не написано. В итоге. Не, так там не на самом ученом, а внизу на панельке, которая над ресурсами идет коричневая. Вот, я направляю, написано ученый. Все. Странно. Да. Такой момент. Ладно. Переживем как-нибудь. Сюда нельзя. Сюда не пойдем. Вот сюда пойдем. А хижина случайно, да, всегда выпадает, то есть нельзя посмотреть, что там тоже. Ну, в этот раз ты можешь отказываться с фреш-модом. То есть ты можешь зайти, не понравилось, вышел. И при этом ничего не взял. А там только галочка была, по-моему. Ну, раньше да, а с фреш-модом нет. Фреш-мод же у нас включен, правильно? Слушай, я вот сейчас зашел. Я сейчас проверю еще одним ложком эту штуку. Но мне кажется, там только была галочка, там нельзя было. Крестик нажать. Может, фреш-мод у нас что-то как-то не сработал? Вот, может быть, да, реально не работает. Ну ладно. Да, фреш... Подожди, нет. Фреш-мод 5.5. У нас было сообщение, вот смотрю. Да. А ну, альт. Да, мувпоинты считаются. Фреш-мод подключен. Ну вот, не ученый у меня не написан. Может, отказ от хижин только с галочкой вот той дополнительной? Может быть и такое. А, ну ладно. Ничего. Классический герой. Мы тут на дачу когда ехали, у брата скачан на планшет эйпловский. Там же вообще все, короче, заблочено. Угу. Вот. И героев однажды стерли. А он успел скачать базовую версию, покупал еще. В тот момент они там 600 рублей стоили русских. Это было очень давно. Вот. А теперь уже никто не может скачать. И мы вот играли, и там вообще ни от чего нельзя отказываться. В генераторе карт вообще нельзя даже генерировать карты, только эти шаблоны готовые. Ну да. Это под Android у него, да? Нет, под этот, под Apple. А, под Apple. На планшете у него. Вот, а на Apple больше нету героев. То есть вот он успел скачать в тот момент, когда они были. Что, так он может тогда в сеть выкладывать, чтобы от него скачивали? Или продавать? А, там... Там нету, по-моему, такой функции. Там, по-моему, вот там идет этот Apple Store.
И вот то, что ты успел скачать, и если люди тоже успели скачать, образно говоря, это у них, вы можете, ну там, видимо, вместе играть, возможно. Но мы с одного этого играли, пока нет подписчиков. Вот, а супруга уже на свой уже не может скачать, потому что его нет в продаже. То есть, если она на Android можно скачать вот все, вот в этом бонус Android, то есть, как торренты, наверное, да, пользоваться. Вот, в Apple нету ни торрентов, ни всего остального. Ну да. Нюансы такие. На час назад получается с Москвы, да? Не, сейчас вроде должно совпадать сейчас. Сколько сейчас время у нас? 9 или 10? 10. А, все, одинаково, да. А бывают моменты, когда да, еще не этот не совпадает. Блин, ученый этот, конечно, заманчивый, но так стрёмно его брать основным героем. Он еще и просто стоит без охраны. Ну без да. Без охраны, то это, даже не знаю. В общем, ты будешь за воина играть пока что, да? Да, да. Ну, скорее всего, и потом. То есть не только сейчас. Пока нет предпосылок к тому, чтобы я с воина слез. Ну а так вообще, наверное, несколько героев буду качать. Ну понятно. Не то, что я. То есть сегодня я буду основного качать. Поверьте. Ну, кстати, сейчас обзорочку взял, тоже вроде более-менее раздала. Могло быть и хуже. У нас склепы-то есть. Склепы — это хорошая вещь. Минимально в склепе сколько, 1500, да, дают? Да, что-то типа того. Максимум 2500, 3. Как-то так. Окей. Так. Идем сюда. Да. Ну, прекрасно вообще. Отлично. Пока все замечательно. Ученого брать. В основном это. В этот раз я хотя бы в сотню скелетов быстрее вышел гораздо. Уже вышел? Угу.
а я в деньги опять вышел. Ну, кому что. Не, я тут префектуру, наверное, строить не буду. Попробую у нейтрала все повыбивать. Все равно не крить надо. Аналогично. Ага. Возможно, даже сюда выйду. Сегодня пока получше будет. Сейчас мы до обеда сыграем как раз. Я думаю. Не, ну на СМ-ке да, может получиться побыстрее. Хоть и большие зоны, но... С подземкой, да, мы? Без. Без? Ну тогда тем более. Да, вообще быстрее будет. У меня на респе есть утопия сразу. Ты только увидел ее? Да. Или ты не говорил об этом? Не, я только увидел, как раз разведал только что ее. Она очень далеко. Что, у тебя респ большой, что ли, получается? Ну, по сравнению с тем, что было вчера, раза в три, наверное, больше. Так что разница есть, да. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Четыре дня еще. Четыре дня. Два, три. Два, три. Четыре. Да, как раз. Цитадель дает 50%, да, прирост? Да. Именно так. Так, ну вот одна ошибочка, но она не кардинальная какая-то. Может быть, все пойдет нормально. На ученого просто направляешь мышкой, должно писаться, да, что-то? Да, я не помню, Alt надо нажимать или нет, но, по-моему, не надо. Не, Alt жму, тут просто сколько до него идти пишут. Угу. Да, что-то странно. Вроде мудрость есть. Ладно, разберемся. А ты шаблон не ставил, он типа случайный, да, был? Не, ну, ставили, да. Да, забыл. Извиняюсь. Так. Ну,
И стихия зашла. Ты уже там воюешь вообще, я понял. Да, у меня очень много боев идет каждый ход. У меня пока ноль. Но ничего, сейчас. Я дождусь коней. И со спокойной душой. Так сказать. Блин, как же больно. Знал, знал. Вот, 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 вот. Одну построечку можно было не строить, ну ладно. Одной штучки на респе. На респе не хватает. Ну ладно. Вот. Благодарю. Ох, отлично. Блин, чуть-чуть. Жаль. 12. Там есть вообще. А, сюда можно выйти, ё-моё. Ну что, рискуем? Ну, но нету тут этого. Только согласиться нужно. Да, ну ладно. Там надо. Так. Зайдешь. Зайдешь. Внимательно посмотри, что видно. Героев, смотрю, себе не хочешь накупать, да? Да, ну. Они мне, во-первых, не нравятся. Не зашло с нормальными аватарками, да? Да, не то. Так мне, в принципе, Лоренс устраивает и все. Достаточно. Так.
Ну, в этот раз даже просмотр земли есть. Кого это? Как обычно там договариваются один перезапуск после 3 дней, да, прохода. Ну, если рестарт, если в сумме тебе дается 3 дня на рестарты, то да. То один, если в сумме дается 2 дня на рестарты, то чуть по-другому, то да. Угу. Если 3, то один день ходить. Да. В общем, на какой день ты берешь рестарт, столько дней с рестартов ты и теряешь. Но до 3, да, максимум получается? Ну, да, да. Дополняю копилку знаний. Угу. Правильно. Перед сном свой первый стрим буду смотреть, чтобы засыпать под него. Хорошее решение. Супруга так и вырубилась до утра, короче, на будильник. Посмотрела, послушала и все. Ой, блин, мисс кликнул. Че-че? Мисс кликнул. Промазал в бою. А, промазал? Угу. Не туда нажал? Угу. Когда папашка на папашку играет, обычно там вообще, да, чуть один ход не туда сделаешь. Уже можно проиграть. Да? Ну, конечно, там за каждую ошибку тебя уже будут наказывать хорошо так. Только если не огромная карта, да, там, в принципе, 1-2 хода в ту сторону. Да даже на большой карте тоже часто на 2-й неделе у папашки уже все заканчивают. Ого. Нормально. Размер карты, он позволяет затянуть игру, но в целом можно на любом размере карты за пару-тройку недель закончить все. О, я уже консерваторию нашел. Поздравляю. Круто. Сейчас мне вот сюда дойти. Можно будет уже немножко подвигаться. Блин, нейтралы так хорошо делиться начали. Прям идеально под мои бои. Ну, ты, видимо, стеки делишь как надо. Угу. Поэтому. Практически всегда надо на 7, да? Расставлять даже с единичкой. Не, я тут вот в 3-4 стека тоже делю.
Уже 144 скелета есть. Прекрасно. 144 это примерно урон от 144 до 400, до 500 почти. Получается. Плюс-минус, да. 400. Ну, плюс еще атака твоего героя. А атака, образно говоря, если на единичку, это получается умножение... Нет, там не умножение, там целая формула есть. Обалдеть. Там по формуле надо высчитывать. Образно говоря, один скелет, вот, а у тебя атака 2. А у тебя один скелет, вот на сколько он будет бить с атакой 2? Смотря по кому, потому что по формуле, там в формуле принимает участие атака, защита, оружие, доспехи. И ну, потом постой, рандомный урон, который выпал. А, все понял. На каждое существо, да, тоже посмотрим. Да, да, да. Жесть какая. Видимо, человек, который знает все эти формулы, он очень крут в этой игре. Не, формула в открытом доступе, ее, в принципе, любой желающий может посмотреть. А потом просто можно сидеть, подставлять цифры в эту формулу и высчитывать. В плане, если ты будешь знать с самого начала, и вот все-все-все, и никуда не лазить, прямо у тебя в голове будет, то, видимо, будешь играть лучше остальных. Многие просто пользуются уже готовыми программами, которые сами считают это. Потому что формула большая, сидеть высчитывать в голове это долго, а таймер маленький. Отлично. Так, погнали дальше. Сюда, сюда, сюда. Это важно. Тихо, мышка. Мышка опять перестала работать. Так, так. Здесь это, здесь это. Ага. А в принципе, здесь можно двигаться. Очень даже неплохо. Сушено. Ну. Все, пора цель поставить. Видимо. Так, выйти не выйду, к сожалению. Хотя. Ладно, не будем рисковать. Стандартный схеме пойдем. Вчера уже нарисковались. Достаточно. Ну, вчера там ситуация была другая. Сегодня все по-новому. Ух тышка. Даже заклинания неплохие раздают. Супер. Так, я на минутку отойду. Давай. Вампиров построим. Без вампиров никуда.
Ну и дендры на будущее. То есть вчера я тебя своим золотом морально уничтожал. А сегодня ты меня своими вампирами. Дендроиды, да? Я думаю, ты их даже грейдить не будешь, что-то. Ну я просто с двумя городами во втором городе там типа начинаю отстраивать его тоже. Ну, карта реально меньше в 3 раза где-то. Не, Может, даже в меньше. два раза. Не, не в 2, она прям огромная. Вот табло огромное, тут прям вот раз, Ну, Excel. два, Excel размер всегда одинаковый. Только да, там три. было наверху такой размер и внизу такой размер, а тут только наверху такой размер. В два раза ровно. А. А там просто Вот зоны это были так. маленькие. Тебе казалось, она большой, потому что много-много маленьких зон. А тут зона большая. Одна зона может быть как 4-5 зон, которые там были. Горизонтали просто считаю. Раз, квадратик. Два, квадратик. Три. 3,5 примерно квадратика вот этих, которые на карте смотришь. А там кажется, что было, ну да, наверное, около 7. Точно. Проверю. Давай, давай. Так. Доверяй, но проверяй. Ну что, сейчас будем наконец-то сражаться. Блин, вот ошибочку одну сделал. Ну, такую страшную, но она, конечно, тоже может повлиять. Можно было. Хотя она много не изменит. Замок же сколько? Десятку стоит? В смысле? Ну, за 5000 замок строится. А, 5. Все, я думал за 10. Чуть забыл. Ну, кстати, варианты всякие есть. Да, короче, в маске сидеть, в такой, в которой вообще разговаривать нельзя было. Ты не ищешь легких путей, да? Партизаны я себя бы не взял, наверное. Столько без языка. Ну да. Так. Школа войны, там всегда платно все? Ну да. Понял. Там да. Дойти до нее надо. О, плащ отречения. Все, не будет у тебя молитвы. Молитва 4-го уровня. Да. А там только Так, это первые два интересно. будут. Вот то, о чем я и говорил, что игра за магов это такое. О, зато у меня кое-что появилось на респе, то, что я не видел, и оно мне, я думаю, неплохо поможет. Так. Дальше. Шестой, да, день?
Как-то так. Если серу найду, может, даже в некроконей выйду. А ты еще найди. Ну, я-то ее вижу, но я не знаю, успею ли я все отбить, то, что мне надо. Да, сюда не успею. Ну, ты вообще тормоз. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Ну, хоть это радует. Пора. Пора. Все. Так. Деморализация это с отречением с этим. Так, навыки, навыки. Блин, лишний мувпоинт потратил. Сейчас бы, может, уже серы хватило. Единички серы не хватает. Ладно, сейчас что-то придумаем. Так, а где тут ресурсы магии? Вот это, да. Ну, в теории, может, сейчас и выгорит. Все отлично. Готов проигрывать? Да, некроконям быть.
Ну, по времени я сегодня первый. Да. Это потому, что мне в этот раз и есть что делать тут на респе. Не так, как в той И раз. у меня ни одной битвы еще нету. Сейчас пойдет. Сейчас. Вот. У меня тут Двигаемся. наоборот пачками, битва за битвой. Ну, я просто сегодня решил точно не терять никого. Просто так. Поэтому минимальное количество. Дальше сюда. Ресурсики, те, которые надо, зашли. Отлично. Подбираемся. Слушай, ну замечательно. И сюда дошел еще. Прекрасно. Да, опять в деньги вышел. Так. Надо решать. Все. Шустро ты. У меня цель сейчас, я говорю, как вчера, вызвонить кого-нибудь там у тебя, чтобы тебя резко отвлекли. Но закончится время. Не мечтай. Мне придется по 6 минут там укладывать потом. О, форт на холме. Слушай, ну у нас с тобой примерно одинаково идут вот эти вот объекты на карте. Как ты перечисляешь, плюс-минус там. Вот у меня конца, улик, форт на холме, плащ отречения. Ну, внешек много накидала. А этот артефакт какой зашел первый? Нормальный? Я брал деньги, по-моему. А, да, точно. По опыту прошлой битвы, да? Да, на всяк случай. Правильно. Лучше подстраховаться. Я смотрю, ты город уже взял второй, да, где-то? Да, уже давно взял. Я ж там дендроидов строил, помнишь еще, когда говорил? А, я думал, ты внешнее жилище просто нашел. Ну и внешнее Дендроидическое. жилище тоже. Я поэтому их и построил, что и внешка есть, и город. Замечательно. Что у тебя война прям нормально пошло. Че, ГГ, что ли? Да У нет, меня тут еще смесь будет повезло. оплота и некрополя по Ты мне юнитам. чуть получше. Пока что все идет правильнее. Уверенность с героем получше идет.
Не знаю, куда главного применить, блин. А я жду, что там будет в таверне на следующий день. Кто появится. Блин, пока, конечно. Битва за битвой. Да, уже склепик беру. Ну и плюс армия перебрасывается разным героям. Одни битвы проводят, другие. Склепик маленький. К сожалению. Но турниры же обычно выкупают, да, вначале за цвет, а потом за замок, да? Ну, обычно сразу замок, потом цвет. А, замок. Угу. Цвет, я понял. А героя не важно, да? Вот какого хочешь, такого берешь. Ну да. Ну, если города одинаковые играете, тогда важно. И в принципе, если первый человек взял, образно говоря, мага, ты можешь сразу сориентироваться, что можно, образно говоря, взять воина, если хорошая карта, и найти плащ отречения. На любой большой карте ты можешь попробовать найти красный шар или плащ отречения. А вот на маленьких картах там уже маги решают. Если ты маг, то тебе невыгодно это находить. За магов всегда огромный риск играть на большой карте. Но вот это большая считается все равно или средняя? Это огромная карта. Это самая большая, но без подземки. Слушай, ну вчера-то она была пошире, подлиннее. Нет, так такого же размера, только подземка еще была. Размер точно такой же. Короче, да, походу у меня просто сегодня другое восприятие. Ну, вроде все. Я примерно понимаю, где ты находишься. Так кажется. На вершине славы, да. Так, ладно, погнали. Что же будем делать с вами? Вариант такой. Все. Готов.
же Баркас подходит к мне, размножается потихоньку. Ну, я бы не... Сейчас проверим, попробуем. Оп. Ага. 1000 вернули. Оп. Что там, говоришь, просмотр земли? Хорошая штука. Где ты там у нас находишься? Да-да-да. Это заклинание первого уровня. Да, я тут что-то нашел. Ты должен рисоваться. Замаскировался, что ли? Я? Да, почему я тебя не вижу? То есть щиток у тебя должен быть синий, правильно? В смысле щиток? А, воздух. Воздуха должна быть, да, рисоваться, получается? Тебя, чтобы показало. Да, да, экспертная магия воздуха. Все. А я тут губу раскатал. Окей. Что для просмотра земли, что для просмотра воздуха, надо экспертная магия. Если ты хочешь прям все видеть, то, что тебе надо. Понял. Понял. Так, хорошо. Дальше собираем. Ну я в этот раз по золоту, конечно, жирую. Кажется, он для всех такой шаблон. У меня тоже неплохо в этом плане. Пришлось просто много повоевать за него, а так нормально. У меня ни одной битвы, но золото уже прилично. Все, что надо, куплено. Ну, как обычно. В одной зоне сидишь, и тебе там набросало, а мне, чтобы выжить, пришлось там сразу бежать куда-то. Че, ничего, справишься, не волнуйся. Ну да. С навигацией, подруга. Этого не хватает, этого не хватает. Снова пробиваться. Не знаю, возвращаться или нет смысла в этом. Все, начались думки. Думки. Я попробую сейчас максимально много собрать армии. И сразу ко мне прийти. Угу. Чтоб не затягивать. Понятно. Все с вами. Так, ну ладно, я тогда буду выбивать то, что надо. Ну, с Богом, как так сказать. Раз. Прекрасно. Быстрая битва на ноль. Хорош. Ага. Ой. А чё я сразу сюда не пошёл? Представь, пропустил проход, думал, что туда нельзя заходить. Обалдеть. Это вот я что-то не подумал.
Отлично. Тоже неплохо. Сейчас себе время подкоплено, можно подумать чуть-чуть. Угу. Так, 5 и 5. Десятка. Десятка. Соберу. Риск не мое, но попробуем. Практика показала, что это не то, но ничего. Так, погнали. Интересное место, конечно. Ошибки пошли. Это все нервы. Ну да. Все. Так, отлично. Сейчас начну тут бонусы собирать. Кто? Я, денежные. Как ты в той игре. Тебе это близко, я думаю. Так я и в этой собираю. Пойдет. Все с тобой ясно. Кажется, эта карта даже побогаче по ресурсам выпала. То ли я их меньше пока трачу. Может быть. Костерчик обычно дает денежку и... И случайный ресурс. Но денежки мало. 500, 700, где-то так, да? 300. Угу. На денежку там не сильно понадеешься.
Давай, братишка. Без молитвы, блин. Ну, может, ты не будешь одевать плащ? Буду. Как-никак вторая игра всего. Ну да, ну да. Так. Блин, какие же мне потери большие они сулят. Только сулят? Да. Тогда это не считается. Ну, чуть-чуть меньше потерял, чем они хотели. Уже хорошо. Так, я все просто записываю дела на день. Добавляются у меня тут в голове. Сам себе график составляешь, да? Ну да, пока в голову приходит. Чисткой головы, как начал заниматься, все забываю, короче. Для головы все не важно стало, короче. Как кошка, поспать, поесть. И прекрасно. Ставишь перед собой задание, которое способен выполнить. Ну вот, пока. Три из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 9, 10. Три выполнено уже. За два дня. Хорош. Вот, за вчерашний и сегодняшний. У вас есть магазин вкусный такой? С таким названием? Да. Не, нету. Ну, по крайней мере, я таких не видел. Получается российская. Так, если можно пройти дальше. Так. А почему ты так идешь? Ладно, уговорил. Тогда я пойду по другому. Что мне этот просмотр земли? Два просмотра земли, замечательно. Очень важно. Это да. Если соберешь три, это уже будет красиво. Можно будет продавать. Да. О! Ребятки! Так это же замечательно! Просто прекрасно! Так. Дружище. Ты сможешь сюда дойти? А? Мне твоя Валеска пришла. Говорит, не хочу я на той стороне играть. Не верю я в победу. А мне твой артефакт пришел. Пусть полежит, я специально оставил, я приду за ним. Понятно. Блин. Что же делать-то? Пиши ГГ в любой непонятной ситуации. Да нет, это не вариант.
вообще. Долго писать, да? Аж две буквы. Да, конечно, конечно. Сейчас мы тут попробуем как-нибудь. Цепочку неправильно построил. Расстроился. Это ювелир, да? Нет, но знакомые есть. Ювелиры. А, ну, в принципе, сойдет. И без пивка сойдет. Так, сюда. Так. Дальше тебя сюда. Ну, мышка, ну ты зачем так делаешь-то сам? Она дает тебе возможность расслабиться немножко. Над живым существом издевается. Это ж нельзя так делать. Компьютер над живым существом издевается. С ума может сойти. Ну ему же тоже хочется внимания. Так его уже есть. Так ты им пользуешься просто. Юзаю, я сказал бы. Ладно. Расчет такой. Не забыть построить замки ничего. Это основной момент. Погнали. Кейтлин. Кейтлин. Кейтлин — это лишние 350. Можешь посидеть, повысчитывать, через сколько она тебе окупится. Уже считаю. Так, так, так. Ну, около недели, может, чуть меньше. За эту неделю я проиграю, да? Зато Кейтлин на это посмотрит. Блин. Блин, 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 блин. Побежали, побежали. Оп, все. Теперь можно и перекусить. Банан. На пол чуть банан не уронил. На палас с кошкой. Ну я думаю, раз армии у меня много, то я сейчас заморочусь. Соберу максимум золота, да. Заберу к концу, может быть, и тогда уже со всем, что у меня есть, приду к тебе. Но это еще долго. Ну, да, да, я думаю, больше недели. Хотя, может, получится темпануть. Тогда нечего напрягаться. Лошадки уже есть? Да. Причем количество хорошее. 4. Вот у меня тоже есть. Отлично. Грейжены. Посмотрим, чьи лошадки будут лучше, да. Блин. Молитва. А если по правилам ХВ играть? Всякие плащи отречения работают? Да, все работает. Свитки нельзя просто использовать, пока гильдию не отстроишь. Свитки. Вообще все, которые собираются. Вообще, четвертого и пятого уровня, которые. Четвертого и пятого. И вампиров нельзя грейдить. Ну, усилитель некромантии нельзя построить, а без усилителя они не смогут загрейдиться. Ё-моё. Ну, тогда тебе повезло. А что там еще вырубается, вот если так взять по основным замкам? Извини, что отвлекаю. Нельзя улучшать феек, нельзя улучшать
психов, психических элементалей, нельзя улучшать фениксов. А в бою, если ты кастанул какую-то магию в первом раунде, ты уже не сможешь отступить. Ну это просто, или там уже галочка ставится? Там, если галочку поставил, уже все, у тебя не будет такой возможности просто. В первом раунде нельзя кастовать магию. Ну если кастанешь... Во втором можно. Ну, ты и в пер... ты можешь кастовать и в первом тоже, но если кастанешь, ты уже не сможешь откупиться или сбежать в течение первого раунда. Первый раунд. То есть напасть, лупануть и сбежать не получится. Понял, понял. Так, наперед немножко. Блин, надо будет у тебя что-то систематически. А у тебя в прошлой игре... А, Некрополис он один раз выпал, и сейчас. Угу. Два подряд. Но если третий раз выпадет уже потом как-нибудь, то будем играть по правилам ХВ. Хотя ты вчера без вампиров играл. Да, ну они у меня и сегодня есть, но у меня прирост маленький, и я не думаю, что я на них прям буду ставку какую-то там делать. Ты меня, конечно, расстроил с этим плащом. Это минус 50% или даже процентов 75, наверное. Так. А там, я думаю, и молитва не сильно бы спасала. Ну, не знаю, мне она помогает обычно очень прилично. Против компьютера. Ну, против компьютера, да. Ну, вот вчера у тебя была молитва, например. Ну, с лучниками какая молитва там может быть? Толку-то в ней. Так, если даже не лучники будут, все равно в городе, если ты будешь сидеть, запер тебя, ты выйти не можешь, и все, и разрывай. Вот если ангелов бы построил вовремя, дархов бы апгрейдил их, сколько я мог собрать к тому моменту, то со своими способностями, ну, допустим, ну, 10, вот, наверное, так, плюс-минус. Может даже побольше. Хотя мог присоединять по пути драконов всяких. Ну, я думаю, они бы за денежку шли такой некислый. Ну, там проблем с деньгами не было. В принципе. Вот закономерность тоже пытаюсь пока два раза. Один и тот же замок. Если в третий будет то же самое, может быть, оно как раз так и идет. Выпадает, я имею в виду. Определенное количество. Так, ладно. Понял. Понял. Здесь что, здесь это. Третий день. Ребятки, давайте-ка. Угу. Блин, не срастается. Все. Разберемся. Так. Дальше. О, у меня еще есть нычка коней. Я думаю, может быть, и нычку сходить. Хватит забрать. Напомни, куда нажимать. А, все. Клавиатура не работала просто. Сколько хода до туда-то? Ага. Сюда. Опять клавиатура. Ну ты издеваешься, что ли? Давай. Так, все, понял. Сюда. Сюда.
клавиатура. Ну хорош, пожалуйста. Прикалывается, забыл. Так, 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 так. Ходы считаю. И клавиатура мне мешает их считать. Она заставляет тебя вручную все. Зараза, ну нельзя же так издеваться. Так, стакан с водой мешает тут USB-порту. Погнали сюда. Погнали сюда. А сюда пройти нельзя. Все, понял. Пока. Деньги наши все, как говорится. Угу. Хорошо. Этот парень, что он будет делать? Хватает. Обратно возвращать, что ли? 200. Давайте идем дальше. Вперед. Так, так. Блин. Ладно, буду деньги собирать. Так. Сейчас. А, это блок. Вызов корабля, прекрасно. Я его ждал. Так, надо дальше. Сюда не пройти. Сюда пройти. Блин, пусто, пусто. Что делать? Секундочку. Монастырь. Погнали. Ой, какой хороший герой в этой сидит. Придется его брать. Нашел замену Лоинсу. Ну, не замену. Как там называется второй герой этот, который тоже может. Саппорт. Саппорт, да. А основной так и называется, основной. Ну, основной мейн. Ага. Папашка, мамашка. По всем параметрам проигрываю. Так, ну а я сейчас буду выбивать гномятни, медузятни, побольше золота собирать. Ну я тоже уже начинаю потихоньку. Кстати, еще ни одной битвы. Капец. Но прям сейчас подряд прям пойду выносить, я думаю. Грейженые лошади,
должны справляться с этими, со слабаками. Я тебе там скинул видюшку по Кенши, видел, нет? Да, что-то было, но я не смотрел. На WhatsApp там, ну, я посмотрел там специально обзорку. Парень комментировал там немножко с матерком. Но так, он максимально подробно прям описал все, что есть, показал, описал. Как раз, чтобы было понятно. Чтоб самому там не заходить, может глянешь, может не зацепится. Ну да. А так прям все-все-все он прям. Каждую подробность обо всех фракциях и так далее и тому подобное. Такая своеобразная. Но затягивает мощно, если прям заинтересуешься. Может прям затянуть. Может этот стрим какой-нибудь поведешь. Все может быть. А, не, стрим это когда кто-то, да, играет, правильно понимаю? Не, стрим это когда ты в прямом эфире. А, в прямом эфире. Так, что там еще есть? Рестрим это когда ты типа кого-то показываешь не себя, а кто-то играет. А когда запись показываешь? Ну, это типа вод, некоторые называют. Let's play. Ну, короче, все равно под все эти штуки надо хороший компьютер иметь. С хорошей памятью видео и оперативной, правильно понимаю? Ну, не обязательно. Я на слабеньком компьютере записывал, например. Для стримов, да, надо более-менее компьютер. А для записи можно обойтись более-менее слабеньким. Столько желаний, блин, и они все расходятся, короче. Угу. Сделаешь это, короче, не сможешь сделать вот это. Да-да-да. И таких у меня штуки 3-4, они такие глобальные, как бы. Но приоритет есть. В этом году планирую исполнить свою мечту. Если получится, потом поделюсь. Круто-круто. Вот. Я уже ее вынашиваю в голове года, наверное, полтора-два. Это уже готов. И морально, и физически. Финансово не знаю. Там будет видно. Все остальное. Уже прям организм давай, давай, говорит, давай. И сразу как вот начинаешь, короче, думать об этих вещах. Как-то начинает, вот у меня даже начали видюшки попадаться прям. Вот я никогда не смотрел, знаешь, обычно так YouTube подбирает, да, то, что Вот, а тут он, короче, не подбирал. Он, то есть я это не искал, я просто думал об этом. И он раз такой начал мне видео о том присылать, о чем я думал, так сказать. Я думаю, странный момент. Ну, у Ютуба там есть искусственный интеллект, который подбирает тебе видео по твоим интересам. То есть, если ты когда-то там на какую-то тему смотрел, он тебе на эту тему и на подобные будет стараться еще что-то подбирать. Разочек хотя бы, да? Он да. Будет? Я понял. Ну, хорошо они это продвинули. Это чья, американская тема или... Да, да, это американская, и они это сделали с таким приколом, чтобы ты как можно дольше сидел на Ютубе. Ага. То есть сейчас даже поднимается проблема, типа это как наркотик. То есть человек садится там пару видосов посмотреть, а потом смотрит, а уже как бы вечер, а он с утра садился. Да, знаю такую штуку. Она работает.
Да. Ну, пока это еще не идеально, конечно, но оно там модернизируется, в будущем будет еще жестче. Система уже работает очень круто. В этом плане я тоже заметил. Так, а что? Блин, тут слушай, тут выходов вообще просто. Вот гуляй не хочу, так сказать. Но у меня два. Два? Угу. Ну а дальше разветвления идут какие-то? С одной соседней зоны один только нашел. У меня прям вообще вот. Я уже хожу, я не знаю где. Ну там зона большая, поэтому может там где-то еще какие-то есть. Но я так по силе армии смотрю, что это, наверное, на одну из твоих соседних зон, там у меня есть портал. И через него можно как раз к тебе в гости исходить. Тем более мне по пути там буду проходить мимо Плаща Давай. Отречения, консерватории, улика. Нечего там делать, там ничего не делать. Я там был, там нечего делать, да? Ну, по принципу Спасибо. доверяй, но проверяй, я все равно схожу. Окей. Дабы убедиться. Как скажешь. Так, наверное, вот это мы возьмем и так, без помощи главного героя. Так, вот эти ребятки у меня лишние, но ничего, придется им потолпиться. Сюда, сюда. Давай, парень. Или не парень. Девушка. О, быстрая битва. На ура. Ну что? Давайте-ка, ребят. Давайте. Достает? Достает. Хорошо. Прекрасно. Перекидываем. Альт. Перекидываем. 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 Блин, жалко. У Да пчел. ладно тебе. У пчел. Че жалеть-то? Блин, лучники, лучники. Ладно, у них плаща отречения точно нет. Положение на ране. Так. Блин. Если у меня будут единички и будут лучники в стеках, ну отдельно я имею в виду, и я буду нападать на замок, первых будет стрелять в единички или случайно? Ну, либо в лучников, либо в какие-то большие стеки, там, первого уровня, например. Ну, скорее всего, в стрелков. Или большие стеки Если первых. там есть стрелки, да. А если есть большие стеки и первого уровня, есть стрелки тоже. И они примерно одинакового количества. Как Ну, повезет. там уже он будет оценивать, кто ему выгоднее, но скорее всего все равно стрелки будут в приоритете. Жалко так, жалко стрелков нет. Да ладно. Не, не ладно. Блин, что делать-то? Что делать, что делать? Правильно. Так и надо относиться к своим юнитам. Куни, ай да ладно. Стрелки, ай да ладно.
Короче, я вообще сейчас странную вещь наверное, сделаю. А можно сохраниться перед нападением? Нужно вообще-то. Ладно, ладно. А есть такая штука? Сохранить. О, да, да. 123 как раз. Все, я сохраняю, замените. Нападать на замок без стрелков. Нормально? Как ты считаешь? Чтобы не потерять стрелков. Да вообще идеально. Не, ну серьезно. Что ты хочешь конкретно? Ну я хочу напасть на замок, завоевать его, там в принципе мало войска. Вот. У меня с собой грейжены лошади. Вот, и там стек там всяких единичек и так далее. Но в городе там армии малая. Там же цитадель не отстроена, замок не отстроен. Блин. Зато лукарей сохраню. А зачем мне вот эти лучники? Ладно. Птица говорит, нападай. О, нормально, согласен. Все. У меня второй замок. А еще и артефакт нашел в полуке. Прекрасно? Прекрасно. Догоняешь меня уже. Сейчас я буду ускоряться. Ну как сейчас, через неделю. Черт побери. Так, основной замок надо зайти. Сейчас забуду вообще, что я там делаю. Замок, так, четвертый день. Терка. 1700. Так, секунду. Где деньги? Деньги пропали. Кто-то их взял уже. Вот эти надо взять. Твои деньги у меня. Не-не-не, пока еще не это невозможно. Оп, все. Все, я выполнил то, что хотел. Здесь я делаю вот так. Да. Вышел. И здесь я делаю вот. Нет! А почему? В разных замках гильдия мага по-разному стоит. Гильдия мага в первый уровень. Я так понимаю. Но она же рандомно выпадает. Ну, заклинание я имею в виду. Не-не-не-не-не, я не о заклинаниях. Я о гильдии магов, которые в замке. Ну, в замке. Ну, а где еще? Гильдия магов только в замке и бывает. Ну, я имею в виду на постройку на ее. На первый уровень сколько стоит? 2000 золота и по 5 дерева и руды. Все. Везде одинаково. Мой тупняк, короче. Ладно, будем дальше по-другому действовать. Все, окей. Благодарю. Так. Негодяйство какое. У меня герой где-то успел ману пополнить, я даже не понял где. Основной. Это странный момент. Но он если в городе оставался, где есть гильдия, то он там и пополнил. Нет, он вообще гулял, он ни разу не заходил, у него минус. Каждый день плюс единичка маны капает. А, неважно, да, есть там мистицизм или нет? Да. Прекрасно. Тоже понял. Окей. Так долго. Так. Блин, рисковать, не рисковать. Вечно рискуешься, потом люлей отхватываешь. Вперед! Прекрасно. На ноль. Прекрасно. Фу. Фу. Все, это нервы пошли.
Ничего, ничего. Я поберегу твои нервы, приду побыстрее. Ну, в принципе, это будет лучше. Ни одной лошади не потеряно. Ну, вообще Второй очень недели круто. уже я воюю, и на ноль у меня битвы проходят. Вау. Вот. Второй замок у меня уже есть. Так что это важный момент, это психологический. Конечно, конечно. У меня вот на самом деле вот прям прельщает, очень хочу научиться, попробовать, надо как-то за Тазара прям. У меня про еду всегда была цель. Тазар, защита, атака, сопротивление. Сопротивление можно не тратить, да, скилл на сопротивление, лучше взять этот. Не, ну плащ. Смотря против кого, если ты против мага, то это может мага, очень мага. Пригодиться. Мага, да, как раз. Ты вчера специально долго играл, так просто собирал, развивался, да? Не, ну там было сложновато. Можно было типа темпови сыграть, бежать к тебе, но я решил, что нет, я лучше найду контроль, спокойно тебя перебегаю, типа с такими приколами. Ну а если бы с папашкой с каким-нибудь играл, то вот так тебе. Ну, я бы тогда, да, я бы тогда больше цепи строил, больше бы темповал. Какие-то объекты, которые я тогда брал, я бы не брал их. Я бы ради темпа бежал куда-то дальше. А зоны считаются вот по цветам, правильно я понимаю? Вот зашел. Ну, могут быть рядом две зоны одинакового цвета по земле. А так как они все одинакового размера? Нет. Генератор их делает разного. Одна может маленькая быть, одна большая. Но здесь вот на Excel-ке вот эта вот SM-ка, она, ну, примерно выравнивает эти зоны по размеру. Плюс-минус. Понял. Так, ладно, значит. Блин, чуть-чуть армии потерял. Благие вести несете. О, дипломатия. Это не то, что я. Вы хотели благие вести, вот вам. Так, ну дипломатия, это уже мне нравится. Это уже очень интересно будет.
Так, на следующий ход две медузятни. По плану. А гильдия магов первого уровня во всех замках разные заклинания дают, да? Ну, разные шансы на разные заклинания в разных городах. Ну, а так вообще за сами заклинания рандомно выпадают, да. Где-то так. Не успел посмотреть. Так, ну я тебе говорил про то, что у меня 4 коня нет, у меня уже 6 коней. И плюс 4 единорога. Великолепно. Подожди, или даже не 4. А, нет, 2. 2. Я же их только построил. Так бы их вообще 6 было. Да хватит уже издеваться-то. И так уже что-то не то. 5 денег не хватает. Да, короче, примерно на третьей неделе можешь меня ждать. Ой, ну это еще долго. Ну, она через так. 2 дня. На второй или на третьей? На третьей, сейчас вторая заканчивается. А, я что-то на месяц смотрю. Так, пятый. Давай рисковать, раз ты меня напугал. Погнал туда я тогда. Что у меня тут? Да, давай, там рискуй по полной. Все или ничего. Склеп взят. Дальше. Дальше. Так. Вот как. А где лучников забыл? Блин!
Ну, ты можешь себе позволить. Уровень игры позволяет. Разбрасываться лучниками? Конечно. Не-не-не, это не тот вариант. У тебя есть кони. С конями ты не везде все равно пройдешь. Ну, ты там вчера хвастался, я там на одних конях все разбираю. Ну, не всегда. В принципе, перетащил нормально. Допустимо. Долго времени, конечно, было, но ничего. Погнали, погнали все. Они меня отнять захотели. Нет, не дождетесь. Приколисты, да? Погнали. Так. Первая битва. Такая прям, ну, играбельная. Которая... 50 скелетов, да? Нет, алебардчики. Сотня с грейженами. Да легко, у тебя там кони такое... Не замечают даже. Ну а чё они мне тут предложили? Потерять коней. Думаю, это не вариант в нынешней ситуации. Так, а вот это уже интересный момент. Он, походу, пропустил ход. Ну, рисуется вообще правильно все. Наверное. Пропускаем. О, все. Прямая стрела. Раз. Раз. Так. Слышу, слышу. Ничего, ты переживешь это. Таймер, таймер там пошел. Без потерь хочу его пережить. Здесь написано один раунд. Так, раз, два, три, один. В следующем. Он пойдет быстрее. Но я пойду первый, по идее. Ладно. Блин, стрёмно как. Очень стрёмно. 8, 8, 8, 6. Щит. Или замедление. Без щита. Фу. Прекрасно.
Только нормально. Два, три. Во, лучник. Отлично. Второй. Прямая стрела. Замечательно. Yes. Тихо. Че, битва пошла не так? Не, пока идет. А, во, как раз. Я вот об этом и думал. Куда ему замедление? Раз, два. Не, пока я ничего не потерял, пока все как нужно. Ага. Возвращаемся. Только время немного теряем на эту битву. Полторы минуты для меня это мало. Опять под прямой не заходит, зараза. Какого-то. Если он быстрее твоих этих стрелков, то они и будут у тебя. Он под этим. Под замедлением. О, шум опять начался. У нас начался шум в доме. Как бы подключать, как я не... Как бы ждем. Ждем. Ждем, стреляем. Отлично. А это, я так понимаю, он пропустил ход, чтобы потом два раза сходить. Нарисовано, что один раз ходит. Ну, поверю. Ну, в этом раунде один, а в следующем раунде второй. Да, ну нет, у меня тут два раза подряд будет конь ходить, поэтому... Ну, в конце этого раунда и в начале следующего. Ты по скорости, наверное, самый быстрый на коне. Солью единичку или не сливать вообще без единички? Солью. Раз. Ага. Фух. Ну, пока все правильно делаю. Угу. Ну, с единичкой. Без коня и без того, что он предлагал. Так, не знаю, что я тут наделал, короче. Какие-то цепочки странные, ненужные. А, вот и деньги. Деньги искал. Чё, так тебе деньги надо были, ты б сказал бы. Я б сейчас бы подвез. Покажи дорогу. Знаю, малыш. Я просто сейчас буду отбивать денежку, я думал, кому завести. У нас благотворительный фонд Галтран. А звучит-то как? Ну да. Так. Подожди, не отвлекай меня, я уже запутался в цепочках. Да кому эти цепочки нужны, я тебя умоляю. Поит хорошо, как надо. Хорошо. Так, сюда доходит. До замка Кейтлина. Ага.
почти доходил. Очень нервная битва, бои. Так, надо еще достраивать, не забывать. Пятый день, это хорошо. И вот этот герой, это хорошо. Отлично. Сейчас посмотрим, когда у меня дипломатия начнет работать. Когда нервничаю, короче, есть хочу. Постоянно. Пойду искать еду себе какой-нибудь. Да не нервничай ты. Что к нему? Вот ты там напугал. Сейчас я к тебе приду, денег тебе дам. Догоню, еще раз дам. Да. Вкусняшки хоть порадуют меня перед смертью. Скажи, когда у тебя там будет ход к окончанию. Бери, конечно, как-то. Конечно. Не к спеху. Пока время свободное. Блин, не хватает золота. Ой, золото. Ну да, в принципе, золото тоже. Опять шумы. Угу. В процессе у тебя там? Да, пока в процессе. Блин, я хотел личей загрейдить, не получается, не успеваю. Блины со сгущенкой, с творогом в процессе. Тоже пойдет. Может, отвлеку твое сознание. Два ученых, два поиска пути раздали, блин. У меня тоже такая штука была.